Привет, пацаны. Катится мяч, что мы делаем? Падаем, мы падаем, разбиваем себе подбородок, встаем, идем дальше. Я должен видеть у каждого полную самоотдачу сегодня. Вам понятно? Да. Просьба. Максимально быстро разгонять атаку передачей. Мяч летит гораздо быстрее, чем мы двигаемся с мячом. Это все понимают? Да. Кто не верит, подходите, мы на следующей тренировке проведем эксперимент. Я вам это докажу. Получил я мяч. Во-первых, прыжком в стойку. Что я первым делаю, Миша? Смотрю пас. Не смотрю под ноги, не хочу начать сразу дриблинг. Тимофей, Едакин. Как у вас часто бывает, Глеб, то же самое. Получил мяч, смотрю вперед. У нас постоянно кто-то есть впереди. Постоянно. Не получилось, получили передачу, игрок, который убегает. Не получилось вам отдать передачу. Предложите себя, сделайте рывок чуть-чуть к мячу обратно. Не просто убежали, ах, все, не получилось, пас не дали, стоите там. Нет. Если будете просто стоять, ничего не получится. У нас скоро также состоится матч звезд. Так что, ребят, от этой игры тоже зависит много. Будет немного, конечно, участников с нашей команды, но от этой игры будет зависеть попадание нескольких людей туда, на игру. Понятно? Да. Так что давайте, ребят, проявляйте себя уже. Я вас не буду ругать за то, что вы много атакуете. Я уже вам 100 раз это говорил каждому. Атакуйте, хоть 1000 бросков сделайте за игру. Надюша, если сделаешь 1000 бросков и забьешь 0 очков, я тебе слова не скажу. Конечно, все броски будут по делу. С данного шага, открытый ближний или средний бросок. Атакуйте, получили, смотрю на кольцо. Готовы? Да! Супер. Да! Давайте. 3-4. БТА! Сегодня реабилитируемся? Да, но другого выхода нет. Я думаю, просто на прошлой игре сказалась в первую очередь большая пауза. Моя ошибка в том, что не было первых у нас игр в большом промежутке. И где-то эмоционально не додали. Но ребята готовы сыграть на максимум сегодня, независимо от того, какой соперник? Да, конечно, но они всегда готовы сыграть на максимум. Ну, кроме прошлой игры. Но будем учиться на таких играх. Так что, может, даже хорошо, что такая игра у нас произошла. Да. Будем сильнее. Тогда удачи вам. В общем, история такая. Прошлую игру за первое место в группе мы проиграли. Выиграли только первую четверть и вторую, третью, четвертую. С треском провалили. Но бывает. Бывают иногда такие игры полезны. Игра в стряску. Было все для победы. Могли выиграть. Сегодня игра заведомо немножечко попроще. Но, тем не менее, ребята должны выложиться на максимум, реабилитироваться с последней игры, выиграть и завершить регулярный групповой этап победы. Вот. Сейчас ребята разминаются, скоро начнется игра, так что давайте смотреть, что там будет. Ты настроен на победу? Да. На 20 очков. На 20 очков ты настроен? Да, даже больше. Здорово. Первый будет убегать капитан, Бола. Бола. Сейчас. Через судью и сюда, на штрафную. Вот так? Да. Соколов, готов? Да. Как на тренировках, понял? Лезть, уверенно играть. За каждым мячом падать. 3-4. БТА! Молодец, отлично, Глеб свободный бросок атаковал. Дальше атакуй, один стоишь, сразу бросай. Понял? Да. Атакуй, ты будешь садить. Ты понял меня? Да. Если на тебе два защитника, значит где-то есть один. Правильно? Да. Свободный. Да. Сразу ищем этого игрока свободного. Должен до него завести свой мяч. Давай. И Соколова, смотрите, под концу один врывается. Уже два раза. 3-4. Да.
хорошо. Вверх руки. Здорово. Внимательнее, пожалуйста, действуем, хорошо? Да. И думай, когда ты атакуешь. Ищи правильные возможности. И рот перед тобой не нужно бросать в средний. Близко стоит, удар два шага. Да. И под кольцом, Семен, Степан, не стоим. Угу. Ворвались, пас не дали, ушли на периметр. Понятно? Да, да, да. Давай. 3-4. Ну где, где, где? Где реализация, парни? Спокойно, спокойно. Сложно для вас это? Нет. Давай. 3-4. БТА! Аккуратнее, Егор, аккуратнее. Я к вам больше всего вопросов. К вам двоим. Вы с мячом проводите кучу времени. Я вас попросил сделать одну вещь. Вы одну атаку сделали примерно то, о чем я вас просил. Погоняли мячик. Ищем свободного. Искали свободного игрока. Было какое-то движение. Понятное дело, что сегодня мы выиграем. Давайте чему-то новому для себя здесь научимся. Они просто забирают легкие очки с быстрого порыва. Это, конечно, хорошо. Я понимаю, что вы могли забить меня еще больше забить, если мне эти паузы. У нас другие чуть-чуть цели. Мы хотим учиться играть в баскетбол. У нас есть отличная возможность сегодня что-то для себя новое сделать. Я 100 раз попросил вас сделать одну вещь. Просто попросил пас, ход. Это вы не понимаете? Понимаю. Попросил паузу. Даже если быстрый порыв где-то бежишь с защитником, сделай паузу. Расставь игроков, у тебя рот есть? У меня просьба сейчас, у нас будет, начнет третью четверть. Раз, Вова, два, Дамир, три, Глеб, четыре, Кулик, пять. У меня к вам просьба. Конечно, вы, если вы перехватили мячик, все здесь у нас стоят. Конечно, идите забивайте. Хорошо, идите. Но где-то защитник с вами, все, параллельно еще один наш игрок, все, сделайте паузу. Явный быстрый порыв, атакуем, атакуем сами, если защитника хорошо. Нет. Хорошо, нам дали пас, атакуем сами. Как только позиционные ралли, на сбрасывание. Мы все, встали, выбросили мячик здесь. Конечно, под кольцо выбросили сюда, нашему игроку. Атакуйте, сами стоите, атакуйте. Выбросили куда-то мяч на периметр дали пас. Все, кто выбрасывал? Угол, по периметру стали спокойно. Пас, вход. Сложно? Нет. Нет. Пас не дали, что делаем? Подходим в противоположную сторону. Куда? Под ноль. Сюда. Либо под ноль, либо под 45. Тут человек стоит. Они замещают. Тут человек стоит. Центр замещает 45, да. И они и меняют. 45 на центр. После того, как отсюда этот игрок ушел, на его место выйдет другой игрок. Да. Сюда. Да, а этот игрок ворвался, и свободное место. Угу. Это ясно? Да, да. Пас, вход. Пас, вход. Хорошо. Нам таких нужно сегодня старать, а так еще 30 за сегодняшнюю игру. Понятно? Да. Мы хотим полностью съесть все время, атаковать плюс-минус там на последних секундах.
чтобы не было обратной контратаки нам. Это ясно? Да. Полная атака, все это полное, полностью сжираем время. Да. Что осталось в четверти? Это ясно? Да. Мы начинаем только делать какие-то действия для атаки, там, секунд за 10 до конца. Какие-то пас, вход, какое-то движение мяча начинается. А так стоим, все, ждем время. Хорошо, это ясно? Да. Давай. 3-4. БТА! Прыгай, не прыгай, просто руки вверх. Руки вверх, Вова. Счет комфортный, 37-4. До конца третьей четверти 3:45. Ребята вырвались в большой отрыв. Ушли в большой отрыв за счет быстрых прорывов, быстрых очков, перехватов. Сейчас установка сыграть позиционную атаку, вводить мяч по трехочковой. Пока с этим проблемы. Посмотрим, что будет дальше. От конца я стою не вот так, я стою вот так, я готов выйти в любой момент, руки вверх сделать. Понятно? Да. Давай, еще бежим вперед, получили пас вперед, разгоняем атаку. 3-4. БТА! Такая победа, после которой в блокноте очень много записей, над чем работать. Я уверен, Юрий Юрьевич сделает правильные заметки в своем тренерском журнале. И на тренировках будет работать над явными сложностями, явными проблемами. Ребята пока что летят сломя голову. Не хватает холодной головы. Молочки, парни. С вам я потом 5 дам. В раздевалке. Спасибо вам за игру. Да, отлично. За нее. Победа, Юрий Юрьевич. Спасибо.